Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Проектную организацию Skyway посетили представители японской телекомпании TV Tokyo Corporation. Проектную организацию Skyway посетила делегация технических специалистов из Перу, которую направил Клаудио Саурес, кандидат в президенты от политической партии Перу Нуэва. В Минске состоялась встреча членов правления Skyway Capital с генеральным конструктором группы компании Skyway Анатолием Юницким. Бразильский штат Парана рассматривает возможность строительства транспортной линии длиной 1000 км. Skyway может стать одним из партнеров проекта. Фонд Skyway Capital представил технологию Skyway на крупнейшем бизнес-событии мира – форуме Synergy Global Forum, который проходил 26 и 27 ноября в Москве. Приглашаю всех на конференцию Skyway Capital, которая пройдет 8 декабря в Ханое. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 15 ноября корреспонденты японской телекомпании TV Tokyo Corporation посетили проектную организацию Skyway. Визиту гостей из страны восходящего солнца предшествовало их знакомство с технологией Skyway на выставке Innotrans 2018 в сентябре этого года. Именно там представители TV Tokyo впервые оценили флагман модельного ряда Skyway – высокоскоростной Юнибус, способный осуществлять перевозку пассажиров на скоростях до 500 км в час. В ходе визита японские корреспонденты посетили конструкторское бюро, опытно-экспериментальное производство и экотехнопарк, где им была продемонстрирована работа струнных транспортных инфраструктурных комплексов. На нашем сайте вы можете посмотреть репортаж о том, как прошло посещение и какое впечатление произвели конструкторские бюро и экотехнопарк на гостей из страны восходящего солнца. С визитом в Беларусь по заданию Клаудио Суареса, бизнесмена и политика, начавшего предвыборную президентскую кампанию президента Перу от политической партии Перу Нуэва, прибыли руководители перспективного проекта Нуэва Лима, генеральный менеджер Джорджи Чавес Санчес, а также операционный и технологический менеджер Джорджи Барбарци Баррера. Целью проекта Нуэва Лима является создание недалеко от перуанской столицы экологичного и технологичного города, отвечающего самым современным требованиям и состоящего из разных зон, разделенных по назначению – жилому, промышленному, коммерческому и развлекательному. За два дня пребывания в республике гости лично испытали в действии подвижной состав Skyway в Мариной Горке. Провели переговоры в Минском офисе ЗАО «Струнные технологии», ознакомились с детальной презентацией технологии, в том числе с ее преимуществами в условиях Перу. Исследовали возможность применения транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway как в городе, так и за его пределами для налаживания сообщения с другими поселениями. Подробности визита вы можете прочитать на нашем сайте. 28 ноября в столице Беларуси, Минске, состоялась встреча членов правления Skyway Capital с генеральным конструктором группы компаний Skyway Анатолием Юницким. На встрече присутствовали директор компании Skyway Capital Евгений Кудряшов, члены правления František Solar, Инета Анжина, Владимир Маслов, Ирина Волкова и Алексей Суходоев. Участники обсудили крупнейшие проекты 2018 года, успехи компании на международных выставках, презентацию новых продуктов и подвели общие итоги прошедшего года. С учетом развития международных проектов группы компаний Skyway, в частности строительства инновационного центра в Объединенных Арабских Эмиратах, участники встречи определили ключевые направления работы на следующий год. На нашем сайте вы можете посмотреть фотоотчет с прошедшего мероприятия. Проектную организацию Skyway посетила делегация из Бразилии, в состав которой вошли представители администрации и бизнес-сообщества штата Парана. Цель визита – детальное знакомство с технологией Skyway, а также обсуждение вариантов ее применения в транспортной инфраструктуре региона. В частности, руководством штата Парана в кооперации с местными инвестиционными компаниями осуществляется поиск возможных решений для реализации крупного инфраструктурного проекта общей стоимостью свыше 5 миллиардов долларов, предусматривающего строительство транспортной линии протяженностью около 1000 километров.
В ходе визита стороны смогли обсудить все актуальные моменты, касающиеся возможности использования инженерных решений SkyWay на территории штата Парана, а также рассмотрели варианты дальнейшего сотрудничества. 27 ноября в Москве завершился крупнейший в России и мире бизнес-форум Synergy Global Forum. С 2015 года это мероприятие ежегодно посещает более 25 тысяч предпринимателей со всего мира. Крупнейшие бренды со всего мира, такие как Альфа-Банк, S7, Lexus, регулярно размещают свои стенды на площадке форума, чтобы привлекать новых партнеров. В этом году свой стенд представила и компания SkyWay Capital с презентацией струнной технологии SkyWay. На стенде компании были представлены модели струнного транспорта и путевой структуры в масштабе 1 к 10. Транслировались видеопрезентации о последних успехах проектов SkyWay, а любой желающий мог с помощью 3D-очков оказаться внутри виртуальной станции SkyWay и буквально заглянуть в будущее. Вы можете посмотреть, как это было в фото и видеоотчетах на нашем сайте. Уважаемые партнеры и инвесторы! Приглашаем вас принять участие в международной конференции SkyWay Capital в Ханое. На конференции вы узнаете об этапах развития технологии струнного транспорта, достижениях компании SkyWay Capital, а также ближайшие перспективы роста и продвижения группы компаний SkyWay во Вьетнаме. Лекторами на конференции выступят члены общего управления SkyWay Capital František Solar и Владимир Маслов. Они ответят на все актуальные вопросы о проекте SkyWay. Приглашайте своих друзей, знакомых, потенциальных партнеров и инвесторов на мероприятие в Ханое. Узнайте условия участия и подробности о конференциях в вашем личном кабинете. Это были все главные новости на сегодня. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.